Привет, мои дорогие друзья! Hello, my dear friends! Мы сегодня в чудесном магазине снова Польша, Краков. А этот маленький магазинчик на Банарке называется «Кусочек леса». Кавалек лесу. В каждой баночке мы можем увидеть с вами кусочек леса, кусок живой природы. Цены указаны в злотых. Очень красиво. Очень. Так что приходите, ребята. Всем привет, мои дорогие друзья. Hello, my dear friends. Мы зашли с вами в цветочный сад. Посмотрите, какая красота. Flowers Garden. Мама говорит, давай купим хотя бы один. Машет вам привет. Хотя бы один какой-нибудь цветочек. Посмотрите, а как они пахнут. Очень красиво, хороший выбор. И хорошие цены по 5 злотых 49 центов. Любой горшочек. Вот по 6,99. А вот смотрите, какой красивый цвет. Как называется, я не знаю, на польском написано. Покажу вам. Цветок. Супер какой. И здесь много всяких удобрений для цветов. Ну, как в нашем караване в Харькове. Вот посмотрите, какие красивые растения. И цены невысокие на них. А вот голубика, боровка называется. 11,99. Вот такой вот горшочек. У меня дома под Харьковом в саду. И перед войной как раз я навысаживала много разных сортов. И до того, и уже даже плоды пробовали. Но не судьба там нам находиться. Поэтому мы в Польше сейчас, ребята, кто не знает. С мамой. Вот и мама. Любитель растений, биолог, кстати, по профессии. Она у меня медработник и биолог. А я преподаватель музыки, художественной культуры, а также по классу фортепиано. У меня 2 диплома. Туечки, ребята. Посмотрите, по 34,99 любая туя. Туя смарагд. Вот такая тоже у нас именно. А мама везде позирует, вам старается. Красота неописуемая. Вот еще какие-то гибискусы, кстати, вот цветочками уже. Посмотрите, девочки мои дорогие. Знаю, что зрителей женского рода больше у меня. Гортензия.